Everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I'm gonna take you around. Всем привет, всем привет! Остается совсем немного времени, и Best of the Best у нас заканчивается. С чего можно сделать обыкновенный вывод, ребята? Итак, 128 тысяч у нашей няши. Соответственно, на роке у нас Краблубуща. И у Меломан самый простой. Смотрите, какая разница оставания, Ральфик. И парадокс у нас на урбане. Ну ладно, это не очень критично. Главное, что выигрывает наша няша со счетом 128 тысяч. Если вы хотите стать таким же донатом, пожалуйста, переходите в стиль меломаны. Там меньше придется донатить, чтобы занимать топовые места. Не придется так напрягаться, как напрягаются лидеры двух стилей. Это клаба и рока, соответственно. Поэтому добро пожаловать, ну или в Урбан, или в Меломаны. Ну, а я благодаря вам занял, ребята, 26 место. Я собрал, ну, 4900, получается, музлайков, почти 5000. Спасибо вам большое. Вот если бы была честная награда, а не награда такая под названием, типа, я хочу себе накидаю сверху музлайков, то я бы, скорее всего, выиграл. Ну, не выиграл, хотя бы вошел в десятку. А так, к сожалению, я не сильно везучий. Награждение, ребят, пройдет. У нас получается, предположительно, где-то 11 октября. Ну, я думаю, наверное, в понедельник, скорее всего, нам анонсируют 8-го. И, соответственно, вручат нам элитные апартаменты у наших веселых людей. Плюс... Сразу говорю, долгожданный Хэллоуин у нас будет, так как произошло смещение на 4 дня. Я предполагаю, что будет 20 числа или 21. Это те, кто спрашивал меня. Так что ждем. Спасибо, ребята, вам всем, кто дарил. Я в последний день прям реально я выкупил все, даже пятисотник еще выкупил. И у меня еще осталось пятисотник. Ну, то есть их я уже никуда потратить не смогу, конечно. Но все равно с большого подарка как не выпадало, ничего так и не выпадает. То есть там можно и к Ванге не ходить, в общем, там ничего интересного нету. На этой акции за выкупку мебели, ребята, я поднял примерно около где-то 10, наверное, миллионов кредитов. То есть я свои статы очень хорошо поднял, и это независимо от того, что я не все успел продать. У меня здесь еще вот элементики стоят. Вот тут у меня еще стоят несколько элементов. Это то, что я не успел продать. Жду, может, будет заданка на продажу, и еще и там баблишко, короче, схватить. Ну а дальше видео, ребята, будет прям открытие этих кейсов за музлайки. Не нашел я свой истребитель, год прошел, а истребителя нет. Ну, кому не везет, говорит, тому не везет, тому истребителя не видать. Вот, короче, типа такого. Ну, не фартит, ну и ладно, ну и фиолетово, в общем. Ну, ребята, смотрим дальше, как я открываю, получается, призы за музлайки, что может выпасть на 30 уровне, если вы собираете достаточно музлайков. Смотрим, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки, стараюсь для вас. Ну, дальше, скорее всего, будет открытие ключей или подарков, потому что я подхожу прям вот чуть-чуть осталось. Осталось несколько подарков, и я полностью закуплюсь. Смотрим дальше открытие.